И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, по местам? Да. Так, давай. Ого, ты видишь, как он быстро бегать может? Аж ветер пошел. Бесплатные пирожки раздают. Так, Диман, закрываем все калитки сразу. Так, закрываем. А вот эту верхнюю можно закрыть? Давай посмотрим. Можно, можно. Ох, так вообще шикарно. Только тут очень жарко будет, и мы вспотеем. А эту можно? Опа, а эту тоже смотри, можно, уже балун бой пришел. Там. Все работает. Так, балун бой, до свидания. Своим шариком вонючим пришел. Ага, продает шарики нам. Так, два. О, смотри, лезет, лезет, красава. Ползет? Да, ползет. Дай на него посмотреть. Видео, смотри, красава какой, прощай. Давай, давай. Я ему пальцы прихлопнул. Вижу, вижу. А как так? А, нормально, нормально, ребята. Серега, прищемили... нормальная озвучка, хорошая. Кстати, Серега, тебе надо быть актером, поприщемили у него палец сам. По озвучке. Так, значит, в фильмах, короче, прищемили пальцы. Зовем Серегу. Профессионал просто. У него микрофон... Опа, подожди, тут мангл, я перепутал. Прощай, голову отщемил. Димас, ты сегодня это, убиваешь... Убийца аниматроника. Кстати, дверь уж можно убить, да? А ну, пролазь, я тебя прищемлю. На. Дверьми прибивать. Смотри! Да как он пролез? Диман, боги! Боги! Баги! Я его закрыл. Так, 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 прячемся. Ого, я ж дернулся. Нормально. Так, я тут в каком-то офигенном месте. Тут. Там марионетка была. Так. Диман, я иду к тебе. А где ты? Красные глаза бегут! А, марионетка, Димас, быстрее в хату. Блин, я ее не видел, она какая-то очень стрёмная. Так, хорошо. Сейчас мы кое-что сделаем. Сделаем так, чтобы вас заглючило. Получилось? Так. Да, нет. Все, я здесь. Так, охранники на месте. Опа-на, я слышу Фредди, он ржет над нами. Какой-то стрёмный голос. Так, а здесь нарисован клоун, и он смеется. Смотри. Так, сейчас мы возьмем оружие. А, ты уже хочешь нападать на них? Оп. А, это и есть твое оружие. Ну да, буду ныкаться. Прикольно, прикольно. Да, я тоже такое возьму. О. О, нормально? Четко. Не идет хоть? Открывай. Эй, мужики, выходите. О, закрывай! Ты без маски ходишь. А вот с маской. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? Бонни, откуда вы здесь? А? Тут никого нет, уходите. Опа, здесь? Опа. А я иду, и иду пацанов убивать. Так, а я иду в пиццерию. Здрасте. На сцену. Это жесть. Да. Вы расходили? Смотри, сколько их тут ходит, как у себя дома. Ой. Так и есть. А так, что вы у себя, это мы у себя дома. Кстати, ты видел, Дима, здесь офигенные есть картины? Эх, жесть, ты убил меня. Это... Там, кстати, наши родственники. Прадедушка Фредди Фокси, есть. Фокси, пират, Чика, просто сейчас Чика, я приду. Бонни. Бонни, гитарист. Тихо-тихо-тихо. Фредди, тихо. Вокалист. О, Димас, так во, это рок-группа получается. Это самые лучшие звезды. Фокси на барабанах, Чика на посуде, Бонни на гитаре. Фредди... поет. Фредди на микрофоне. Да. Все сходит, смотри, какой страшный челик. Ой. А вот это вот, это Фантайм Фокси или как? Блин, я маску забыл взять. Так. Какие-то злые они очень сегодня. Здравствуйте. Так, Димон. На него светить надо, когда он... И он начинает ржать, как дурачок? Да, когда он слишком офигевший, на него надо светить. А когда он успокаивается, на него наоборот нельзя светить, потому что он кусает потом. Понял, Димон, открой я мне. Я же в Фантайм играл, это я шарю. Открой мне левую дверь, ой, правую. Правую открываю, давай. А, подожди, я ж могу вроде сам открывать, не? Ну да. Я не знаю. А что ты не поп... А как так-то? Это что, был дабл килл? А, он сзади вылез. С вентиляции вылез на крысу. Так, только... а сзади мы не можем закрываться. Ну да, большая крыса прилезла. Кстати, Димас, в общем, потом покажем подписчикам. Здесь есть прикол сзади вот этой пиццерии. Там какая-то пасхалка есть. Ну там нажимаешь кнопку, и все черное, мы уже показывали. Ну и там вылезают какие-то трубы из стен. Да, мы показывали. Ну нажмем еще раз. Надо будет еще показать, а то мы давно не показывали. Ну да. Так, уходи отсюда. Я свой. Слышу,
страшные звуки, Димас. Они реально всю карту тут заорали. Да отвали от меня. Сейчас, Димончик, сейчас надо обмануть его. Давай с другой стороны, Димас. Кстати, скримеры классные сделали, Димон. Лучше, чем было. Я видел, скример поменяли на кошмарном Бонни из части какой-то. И на других тоже. Вот это они шумят там громко. Знаешь, на какой части? Сейчас скажу, где поменяли. FNAF 4, Хэллоуин, Пилпак, вот Джеко Бонни. Вот на нем скример поменяли. Смотри, кто пришел. Ой, добрый день. Дай ему пострача. Я под стол. Под столом, кстати, написано Ultimate Custom Night, Димас, смотри. Да? О, круто. Да, прочитай. Четко. Фонариком ему по ногам свети, не знаю, к чему это приведет. Давай, Димас, на прогиб его руку ломай. Я ему по голове буду ногами прыгать. Бей его, бей его. Надо было ему ногой треснуть разок, вот так вот. Смотри, провалился. А ну иди сюда, жопа. Блин. Не нравится, когда ему по голове прыгают. Мы в жопе. Так. Так, Дима, надо что-то придумать, как их замочить. Смотри, кто к нам залез. А он не может залезть, ему стена мешает. А ему жопа не пролазит, здоровая очень. Здоровая сильно? Ага. Объелся, наелся. И все. Так, я слышу какие-то звуки. Как будто чайник кипит. Ну да. Димас что-то не выключил чайник. Ой, я там испугал его немножко. Закрывайся. Так, сверху никого. Там вроде никого не должно быть. Так, Димочек, я тут посижу. Прикольно, ты кого-то убил. Так а зачем он тут лазит? Тут свои пацаны ходят. Так, давай-ка тогда я тоже что-нибудь возьму. Вот такое оружие есть. Но! Ого! Договор подписали. О, Дима, а если я бомбу на двери поставлю, она взорвется, когда открыть? Нифига себе. А что, так можно было? Да отвали ты, вонючка. Говняк. Он гоняется за мной, Димон, помоги. Я только пришел. Отвали. Шипяшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так они читеры, двери открывают. А ну еще раз ставим на двери. Наши двери. А ну, Димончик, что будет, если открыть? Давай на эту тоже поставим. Давай. О. Если бы аниматроников было бы 100 жизней, то они бы умерли, мне Hello. Кажется. Прикольно мы сделали. Смотри. И под эту дверь. О, классно, да? Да я тоже кину бомбу. Прикольно, Димас, прикольно. Че, ждем их? Ходит он среди нас уже! Я вижу тень его! Я взрываю! Угу! У него еще голубые глаза такие красивые. Ребята, ставьте лайкосик за то, что мы с Димоном очень долго держимся. Дабл килл. А нет. У нас получается какая-то битва аниматроников и охранников. Да нет, кстати, они меня пугают иногда, я ж дергаюсь. Смотри, пришел дерево. Блин. А ты был в комнате, где Фредди за мониторами должен сидеть? Иду. Ха, прикольно здесь, кстати, сделано. Камера. О, а тут можно камеру? Димас, что-то тебе не везет, короче. А тебе везет? Ну, пока что да. Теперь я не дам себя убить. Кто здесь? Духи. Димас, аккуратнее, а то меня зацепишь. А где ты? Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в этой комнате, Димон. Где ты, чтобы я тебя не убил? Я думал, ты в комнате, ты залипаешь, где камеры? Зашел за угол и сразу выстрелил. Знаешь, как это называется? Да. Называется префайр. Когда ты не видишь и стреляешь заранее. Да, 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 аккуратнее, Димас, только меня не зачисти, пожалуйста. Блин. Да как? Я же зачищал. Я видел. Я даже пройти не мог. Да я специально там и стрелял, чтобы ты пройти не мог. О, смотри, дабл. Ух, отлично, ребят, 2 килла. Тихо, 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 Димас, я тебя боюсь уже, как ты ходишь. Я в офисе буду сидеть. На тебе! Давай, Димон, нет, иди ты сюда. Пугал меня. Так. Димон, прикрывай меня. Я просто не так понял. Спасибо, Димон, за прикрытие. Классно. В голову пуля залетела. Красавчик. Я знал, что ты можешь. Я просто видел какой-то свет в конце. Да блин, опять этот жлоб меня убил. И думал, надо стрелять туда.
Все, Димас, я нашел идеальное место. Ты идешь ко мне? Да. Привет, аниматроник. Ты как там? За иду, углом иду. Сидишь. Ха, получай. Димас, иди, в общем, в главную нашу комнату. Я тебе сейчас покажу тут кое-какой проход офигенный. Можно его оборонять, вообще супер. А, кто-то открыл, да? Нет. Да! Нет! Димас, ты открыл эту штуку! Не открывал! Ого, ребят, смотрите! Пацаны, выживаем! Димас, иди сюда! Каждый сам за себя! Ого! А где ты? А я где вот эта открытая дверь сейчас открылась сзади, понял? А, я уже оттуда убежал. Надо было бежать сюда быстрей. Меня сейчас засосет в этот... В пучину! Мини-игру. Так, я ничего не вижу, короче. Ой, идет черная полоса. А, нашел, вот. Это знаете, как называется мини-игра? Рыбак. Подожди нас там, Димон, сейчас мы придем. О, вижу, вижу Фокси. Пацаны, Фокси, ждите. Пока... Я еще выживаю до последнего. О, ребята, пасхалка. Я тоже. Лефти, мы с тобой остались вдвоем. Подскажи свое последнее слово. Я не уйду, не уйду работать в пиццерии. Потому что я... Так, где мы? Welcome Strange. Welcome to Strange. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!